Хакасии нет мегаполисов, поэтому большинство горожан, тем более жители сел, имеют огороды, приусадебные или дачные участки. Хакаско-Минусинская котловина, где расположена центральная часть республики, славится благоприятным для овощеводства климатом. И поэтому в большинстве квартир или домов стоят ящички с рассадой. Овощевод-любитель Оксана Безюк всего 5 лет занимается огородничеством, садит на даче, как и большинство горожан, помидоры и сладкий перец. Первые годы приобретала рассаду на рынке, но потом заметила, что даже при сравнительно небольшой площади овощей, покупная рассада делала их выращивание нерентабельным. Рассада вообще стала очень дорогая, то есть если в прошлом году, по-моему, по 30 рублей один корень, а здесь ты купил семена, купил землю, то есть, соответственно, все это гораздо дешевле получается. Попробовать решила, получится или нет. Получилось. Вот, теперь сама саживаю, выращиваю. Огородники со стажем знают, что рассада требует тщательного ухода. Ростки надо поливать, защищать нежные листочки от солнца. Вовремя убрать ящики в прохладное место, на балкон или в неотапливаемый дачный домик, чтобы рассада, как говорится, не вытянулась. Секретов у овощеводов достаточно. Впереди у овощеводов-любителей еще 1,5 месяца. В конце мая большинство будет высаживать помидорную рассаду в открытый грунт и с нетерпением ждать урожая. Виктор Лушников, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.